На втором посте выступает команда Омской области в следующем составе. Будинов Константин, первый этап. Барашев Константин, второй этап. Гурдюков Василий, третий этап. Рыснев Сергей, четвертый этап. Рачинский Александр, пятый этап. На третьем помосте за команду Омской области выступает Дудрин, первый этап. Балов Алексей, второй этап. Черкашин Иван, третий этап. Сутягин Дмитрий, четвертый этап. Сидоров Виталий, пятый этап. На четвертом помосте за команду Новосибирской области выступает Карагаев Юрий, первый этап. Бутенко Евгений, второй этап. Новиков Александр, третий этап. Воротынкин Олег, четвертый этап. И Морозов Игорь, пятый этап. На пятом помосте за команду Тюменской области выступает Павлов Владимир, первый этап. Никита Анатолий, второй этап. Майор Сергей, третий этап. Усольцев Александр, четвертый этап. Ильков Алексей, пятый этап. Дается контрольный отчет времени. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. И на втором месте за команду Омской области выступает Кунинов Константин. Спортсмен публичного года рождения, собственный вес 8400. Тренируется под руководством Константинка и Ворон Гордеева. На третьем месте за команду Омской области выступает Дудрик Иван. Спортсмен 29 года рождения, собственный вес 103 килограмма 300 граммов. Тренируется под руководством Валерий. На четвертом помосте за команду Новосибирской области выступает Карагаев Юрий. Спортсмен 24-го года рождения, собственный вес 72 кг 250 граммов, воспитанник Лутенко Александра Анатольевича. На пятом помосте за команду Тюменской области выступает Павел Владимир. Спортсмен 89-го года рождения, собственный вес 72 900, воспитанник Лесникова и Аку. Yeah.
начали работу в третьей этапе. И на конкурсе за команду Омской области вступил Горюк Курдюков Василий. Воспитанник Антона Власенко, 97-го года рождения, имеет собственный вес 77 килограмм 100 грамм. На третьем месте за команду Томской области вступил Баркучев Кашин Иван. Спортсмен 99-го года рождения, собственный вес 82-650. То есть воспитанник Тимофеев Николай Александрович. На четвертом месте за команду Новосибирской области выступает Новиков Александр. Собственный вес 81 килограмм, 50 граммов. Тренируется под руководством Сиона. На этом месте за команду Тюменской области выступает Майк Сергей. Сергей 2002 года рождения. Собственный вес 87 килограммов, 800 граммов. Воспитанник Андреева. Воспитанник партнера Андрея Васильевича,
5, 4, 3, 2, 1, стоп! Закончили выступление участники командной эстафеты. Через 2 минуты состоится церемония награждения. Судьи участников вывести победителя и призеров соревнований в командной эстафете. Результатом 275 подъемов, сутки 5 оборотов.